Беги! Громы и молнии, да. И в общем, это романтика. Лето! Ах, лето! Да. Лето! Красное. Это гнойное кончилось, как пела А, Б... Пугачева. П. Да, Яна Ушова. А, Б, П. Шова! Шовы! Ребята, смотрите, одному лето приносит радость, тепло. Ну? Прибыля со шлыкистом. Со шлыкистом? Да. Это... Шолом нектар. Комарам кровища. Зайцам дупло. Ну... Лосам приплод. Белкам орехи. Коровам траву. Рыбам червячков бесплатный. А нормальным людям одни сышки, порезы и экземы. Да, и грибки что? Чего вы ждете? Ждете это лето сурета? Мы не сразу грозы начали. У нас во вчера молния сворочила крышу. Мы на ней сделали с алюминия, сделали скворечник. Потому не скворечник, а параболическую талерку. Оно ее использовали как скворечник, и скворцы, и они на ней... У них было отхожее емесо на нашей антенне. Как на памятник. Балической, да. Но. Мы на ей, мы в нижних юргелях у нас дачный, этот сруб у нас, сруб. И мы с нижних брали, у них там сделали кабель. Но. У них там табор рядом стоит цыганский. И эти цыганы сделали кабель, а на жучках любят смотреть стериалы. Всякие, да. И мы хотели их ловить, этих цыганских, подпирачки. И я на это додала молнии. Короче, с табора пришли разбираться, а мы два дня сидели в комнате. Мы разбирать и сами, а мы полезли, у них там был с пассатижами. И этих цыганов, короче, он их же метал. Ну, сплошной, в роту. Как шокером. Их отбросило на 300 где-то метров, нашли их только у стажевки. А говоря, это все Зевс замучил. Зевс у них был. Зевс, нам завезли. Я смотрел кино, оказывается, Зевс был негр. Кто? Зевс. Ничего. И он тырил другого, рыба. Там был такой Зевс мужик, и он рыба тырил, а рыб хороший был. Какого рыба? И он был Зевс, и он была жена Гера. И она была земля. И он победил, когда у него был батька. Его звали Кронос. И он сожрал... Что все его батарейки придумали. Да, Кроноса, спутниковые антенны еще были. И не Кронос, и он своих девчонок сглотнул. А потом вырыхнул. А летом вообще не выгодно. Да, ничего. Мы про лето хотели, да. Что вообще так восхищаются? Ну, восьмо, идешь у шубе? Красивый. Белый. Шапку одел, да. Спрятал варежки. Все люди красивые зимой, заметили? Все одинаково красивые. И хоть что ты, у пальта... На снегу? Кто-то у пальта ходил, хоть что-то. Упал даже, все равно красивый. На снегу рисовать а можно. Летом... Хочешь палочкой, хочешь так. Да, а летом глядел, каток. Чем же раздеться надо? И что ж из этого выходит? Красивый только знаете кто? Даны кончики. Кончики и кто в солярисе? Они кончаются все время, целый год. И потом выходят с кончики, а они... Да, и он конечности очень развитые, особенно вот тут. Вот тут. И они красивые. И что эти женщины, которые занимаются и спиннингом, шейпингом? Они тоже все время занимаются, и что они соляром ходят, а они только красивые, ну их же мало, вот такой процент. А в основном какие-то это... У нас приди на огороды, когда полю, сзаду все одинаковые, трико с дырками на заднице. Бочики? Ну, а спереди, вот, я на поле, а все вот это у нее волочится по земле. И я могу и пузо, и гранаты. Противопехотные. Там даже не гранаты, а авиационные бомбы. Ну, отстегивают. Ну это ли, что за красота? Ну, вот, если бы раньше какой классик увидел, я бы тошнить пошел в лебеду. Так они так ходили, толстые. И у них в этом моменте были зарения. Ну, почитал, как сочить эти овощные культуры? Ты же это, ты писал непришвый, на который... Где дядя топором? Некрасов. Некрасов был. И он же писал про зиму все время скрипяч,
полозья. Скрипяч полозьям чится конь. Ну и дальше вот эта всякая хинея. И воробьи клюют навоз, да. Да, это его вдохновляла зима, потому что все скрипит, щеки красные. А это кончки, да, у железных иных смазков. Зимой даже соплям приятный. Потому что они принимают холодец. Это не холодец, а это в физическом процессе. Слюду, уже. Да. А летом яны только брызни головой. Мы поехали летом на этом, у нас, помнишь, сорвалось это. Карусель. Ён на оленя сел. Ой, я помню. А я на ракету сел. И мы там переключатель один перешелкнули, когда садились. Оно как разболталось. Это как у песни «Дуб с березой встретился». Да? И мы потом выходили, знаете, мы что себя чувствовали, не очень комфортно, если честно. И вот как вот... юный космонавт, а кто вокруг стоял, че какие-то они вообще. А цефалит летом? Летом этот цефалит постоянный. И у кукусичек так будешь всю жизнь по брейку ходить. Вот мы пока... Говорят, что если кукусит цефалит, то станешь ненормальным, немножко типа... дебиловатый. Нас кусал по 4 раза, ничего. Ничего. Как были нормальные, так и что даже лучше стало. Гуманитарку только бесплатно стали слать после этого. Гос Монголии прислали. Зато голова вчера не болит, ни в каком состоянии. А то, что поколбачит чуть-чуть на печке вечерком, так это нормально. Ни что это, как я, пиявки летом. Нет, пиявки, они лечебные. И шитики. А у шутики вот на их это одна радость, на их верховод ловится. А только шутики, вот одна радость летом. А так это лето, ребята, я хочу сказать, пожары эти все время. Ну. Сучья эти трещат, как начнешь их жечь. Они сучки бегают. Лето это. Не хотел бы я его так сильно уже хвалить, как вы все хвалите. И чего его так ждут? Летом только хорошо после дождя. Сядешь у Луги. Поляпаешь вот так вот. Прометея или жизнь. Красорыловки, да. Да. Похлюпаешь. Вот. Это одна радость только лето. И памфлету, когда пыли много. Вот ему тоже радость. Ее лапой пошкребешь на бочок и лежит чуть-чуть. Единственная радость. А так это лето, если честно. Ребята, раздуто этими эфиопами не чрезмерно.